Лана Скайт это такая, конечно, никому уже нахер не нужная такая дурочка, которая думает, что кому-то нужна. Скайт, она всегда бешеная, тупая дурочка, что она? Что с ней взять? Что она въебистая дура, она думает, что кому-то нужна еще. Знаете, очень много людей, особенно на этом проекте, считают меня тупым. Скажу вам, вы не правы. Я умный. Меня все недооценивают поначалу, а потом... Потом выясняется, что я не тупой. Я могу что-то сделать. Я хочу извиниться за оскорбительные слова, произнесенные в ее адрес. Прости, Дана Скали, за все оскорбления. Больше оскорблений не будет.